Устал помощник кормить, теперь я вам покажу. Так, драка тут. Солнышко, сегодня хорошая погода. Сейчас они прилетят. Так интересно. Садятся на руку и кушают. Ой. Мама, я убираю палки. Не надо убирать палки. Ты знаете, как терапия такая, вот чисто психологически прийти в лес, вот так даже покормить синичек, и оно, знаете, настолько морально легче становится. Вот он, этот крокодил прилетел. И берет сразу по две семечки. Всех крокодил прилетит. Такая красота. Скоро зима, все птички попрячутся. Ну, синички будут, я так думаю. Будем их дальше кормить, ходить. Машины ездят. Тут такое место, где хоздвор как раз парка. И ездит много машин. Ну, как много, немного, но ездит. Вот он, крокодил. Сейчас доедят эти семечки, и мы уже закончим снимать, а дальше продолжим дома что-нибудь снимать. О, крокодил! Крокодил, да, зайчик. Ну, летите, давайте еще. Вот он опять, крокодил наш. Еще немножко, еще три семечки. И все. Так, кто еще на последние сливки? Больше семечек нет. Вот, видите? Во, все, все забрал. И все, больше нету. Пока у нас еще тут все зеленое, хотя уже облетает. Но еще... Красиво так, красиво. Вот мне напоминает, когда так солнце пробивается, вот эти вот наборчики Анкор Майя старые, которые сняты с производства, у них тоже вот так вот сквозь там деревья, да, пробивается солнце, там осень, весна, зима. И вот сейчас тоже так похоже на этот сюжет. Всем хорошего настроения, еще встретимся.